О модернизации контрактной системы говорили в Краснодаре. Значительная часть бюджета расходуется в рамках государственных и муниципальных закупок. Только в прошлом году сумма по заключенным контрактам составила 148 миллиардов рублей. Однако в процесс госзакупок недостаточно вовлечен малый и средний бизнес. Доля малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила всего 32%. Я считаю, это не подходит. Когда и цена разная, на один и тот же товар, и стоимость услуг разная, на один и тот же вид услуг. Мне кажется, даже если в рамках страны взять, примерно не такой будет диапазон, как у нас, он разбросанный между Белой Глиной и Анапой. Единый должен быть орган, общие требования к прозрачности, к закупкам, к услугам, которые, конечно, должны отбираться на конкурсной основе. Ну тогда мы будем иметь какую-то систему. Если в это поверят представители малого и среднего бизнеса, что на самом деле мы готовы в рамках конкурса закупать, но не создавая препоны для чужих и давая зеленый свет для своих, они, поверьте, они начнут вкладывать в то, что мы сегодня на самом деле где-то, может быть, с точки зрения производств не имеем в нашем крае. И на самом деле объективно вынуждены закупать за пределами региона. И они явно здесь наши внутренние инвесторы, эти производства создадут. Они поверят в то, что сегодня власть максимально прозрачна и реально готова закупать, еще раз подчеркиваю, не только по принципу своих, а просто прозрачно и честно. Участие местных предпринимателей в госзакупках – это стимул для развития бизнеса, для создания новых производств. В конечном счете, это залог здоровой конкуренции в регионе, уверен губернатор. Сожри.